Для женщины важны все стороны отношений. Будь то официальный брак или легкая любовная интрижка. Играет роль и романтика, и забота, и, конечно, секс. Какой национальности мужчины способны дать своей спутнице все и немного больше? Считается, что жители африканского континента имеют все физиологические данные, чтобы доставить женщине неземное наслаждение. Кроме того, слабую половину человечества возбуждают мускулистые тела с бронзовой кожей жителей Нигерии и Конго. Но, есть момент, они жаркие любовники 1-2 раза в неделю. 10 мест, где нужно искать озерных монстров, японцы идеальны в качестве любовников с технической точки зрения. Они постараются доставить даме все гамму ощущений. Вот только делают это нечасто. Работа самое главное, а девушки потом. Курды, почему у этого народа до сих пор нет своего государства? Индийские мужчины невероятно техничные любовники. В постели могут совершить невозможное. Но они невероятно консервативны и лишены романтического настроя. Секс возможен лишь в спальне и желательно с выключенным светом. Хотя, по кинофильмам и не скажешь. 13 особенностей быта в Японии, которые бесят не только иностранцев, но и местных жителей. Несмотря на педантичность и скрупулезность, немцы умеют сочетать качество и количество. 3 раза в неделю женщина может рассчитывать на сладкий десерт. Кстати, немцы еще те фантазеры и могут предложить много интересного в любовных утехах. Да, это пылкие и романтичные любовники. Красивые ухаживания, головокружительные признания в любви, цветы и шампанское. Но не стоит настраиваться на горячую ночь. Чтобы потом не было разочарования. С женихом из Соединенных Штатов есть шанс испытать оргазм в самых необычных местах. Кухня, ванная, лоджия, пляж или парк. Обкатать машину, столик и комод. Опробовать игрушки из секс-шопа. Но постепенно пыл сходит на нет, а фейерверк чувств и эмоций придется ждать целую неделю. Примерно то же самое, что и с заокеанскими мачо. Но с появлением штампа в паспорте экстремальные вылазки на природу прекратятся. Хорошо, если останутся игрушки и секс на кухне. Отличные любовники, по-настоящему любящие секс и готовые покорять женские сердца. Когда женщину захлестнут ед любовный угар, то они предадутся с ней длительным плотским утехам. Удовольствие, удовольствием, но рассчитывать на длительные и прочные отношения не стоит. Невероятно обворожительные мужчины. Они умеют преподнести себя таким образом, что женщина не заметит их недостатков. Они умеют любить глазами. При желании они любую женщину сделают царицей. Как в жизни, так и в постели. Турки не могут претендовать на звание «самый искушенный любовник года». Они несколько консервативны, но даже в миссионерской позе способны поднять партнершу на вершину блаженства. Кроме того, они заботливы и внимательны, умеют слушать и слышать. Пылкие и страстные испанцы хороши и в период ухаживания, и в постели. Сама природа наделила их красотой, мужественной фигурой, способностью обольщения. Говорят, что они могут не вылезать из постели круглые сутки. Горячая кровь, блеск в глазах и неутомимость в постели. Итальянцы любят женщин и умеют заставить любить себя. В противном случае Адриано Челентано не был бы кумиром женской аудитории на протяжении многих лет. Приведенные данные – всего лишь сухая статистика и повод для размышления. Стоит оглянуться. Возможно, герой-любовник живет в соседней квартире.